Всех приветствую на канале Animal Life. Крохотный котенок пищал изо всех сил. Чудом заметили в кустах. Жительница Лас-Вегаса заметила двух крохотных котят в кустах недалеко от своего дома. Вероятно, малыши лишились матери, или она их оставила, поэтому голодные котята пищали и не знали, куда идти. Женщина пыталась искать или дождаться возвращения матери кошки, но она так и не объявилась. Тогда она сразу обратилась к спасателям. На просьбу откликнулась волонтер по имени Патрисия. Котята оказались братьями, и один был вдвое меньше другого. Патрисия поместила обоих котят в инкубатор, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела, и начала кормить их через трубочку по часам. Старший котенок всегда прижимался к младшему, стараясь успокоить и защитить его. К сожалению, несмотря на все усилия опекунши, младший братик проиграл битву за жизнь. Остался старший котенок, который получил кличку Александр. Патрисия делала все для того, чтобы этот кроха скорее поправился и начал расти здоровым. Храбрый Александр оказался борцом, он каждый день совершал маленькие победы и радовал опекуншу прогрессом. Он активно набирал вес, начал исследовать свой инкубатор и благодарить опекуншу за еду мурчанием. Это уже были позитивные сигналы. Недавно этому храбрецу исполнился месяц. Он еще маленький для своего возраста из-за того, что отстает в развитии, но у него большое и яркое будущее. Когда этот малыш достаточно подрастет, для него подыщут постоянных хозяев. Спасибо добрым людям за его спасение. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.